Так, сметану к сырникам. Сметану к сырникам. Дочь. Не могу найти ни сметану, ни что ты ищешь? Ну, сметану, конечно, что-то можно найти после ночного дожора. Ага. Кто-то ночью у нас лазит в холодильник, понимаешь? Ага. И а кто все ночью у вас лазит в перемешивает. Да, кто Пушкин. Лазит, кто у нас лазит? Кто? На первой сметану. Полке у нас должна быть молочка. Угу. На второй кондитерка. Посмотри, на первую полку уже кто-то туда положил мясо. И рыбу он сюда и рыба. Положил. Все, все, все перемешал. Ну так правильно, все... меньше жрать ночью надо. Вы приходите. Это кто бы говорил? Что кто меньше бы говорил? Меньше надо ночью жрать. То есть кто ты хочешь сказать, что ты уходишь? Пожиратель ночного холодильника. Я вечером кто? Ходила, а ты ночью ходила. Серьезно? Вот сметану кто перестанет? В 2 часа ночи я слышала, как скрипел холодильник. А трубочки кто приходит жрать? Это было в 3 до 12 ночи. Ночи. До 12. До 12. Серьезно? Да. До 12 ночи. Я фильм закончил смотреть 3 часа ночи. И вот, ты тоже молчишь. И вот у тебя начинается ночной дожор. Угу. Ночно, а у нас ночная жрица, между прочим, мамочка твоя. Да, сейчас да, в 4 утра. Чего? Да,